Приветствую вас, уважаемые друзья, подписчики, гости моего канала. Снимаю вторую часть по индивидуальным рационам питания. И что, друзья, можно взять с собой на рыбалку, в турпоход? Ответ прост. Индивидуальный рацион питания. Сейчас мы рассмотрим ИРП для армии России под номером 3. Кто видел первую мою часть, там мы рассматривали набор под номером 2. Сейчас рассмотрим набор под номером 3 и посмотрим, чем же они отличаются. Вот, друзья, набор номер 2. Столько здесь вкусняшек. Сейчас это все вывалим, разложим. И посмотрим, что же входит в данный рацион питания. Ну вот, друзья, вскрыли данный ИРП под номером 3. И вы знаете, я сразу заметил, что есть, конечно же, изменения от набора номер 2. Здесь, например, входит в состав каша рисовая с говядиной, а в комплекте номер 2 была каша гречневая. Здесь паштет печеночный, там был паштет нежный. И здесь мясо с фасолью и овощами, там был гуляш. Опять же, все можно посмотреть в таких листах. Здесь насколько витаминизирован данный набор. Здесь можно посмотреть его калорийность, состав. Ну, сейчас рассмотрим все поближе. Набор отличный, самодостаточный. Еды, как на одного человека, я вам скажу, здесь предостаточно на сутки. В набор входит 4 пачки галет. Каша рисовая. Можете почитать состав, посмотреть, поставить на паузу. Тефтели из говядины. Мясо с фасолью и овощами. Для гурманов и любителей плавленый сыр. Если честно, не надеялся, вот даже не думал, что в военных ИРПах будет плавленый сыр в составе, но он есть. Фарш колбасный. Паштет печеночный. Икра из овощей. И шпик соленый. Ну а здесь уже пошли всякие сладости. Пюре яблочное. Повидло яблочное. Шоколад офицерский. И для любителей пожевать жевательная резинка. Друзья, не стиморол, не дирол, а российская нормальная жевательная резинка. Со вкусом мяты и ментола. 3 быстрорастворимых напитка концентрированных. Малина, вишня и персик. 2 пачки черного индийского чая. Пачечки небольшие. И там чай в пакетиках. Не рассыпной, а в пакетах. Пакетик растворимого кофе. Сливки быстрорастворимые. Черный перец.
и соль. Отличный, хороший набор. Все есть. Специальные таблетки для обеззараживания воды. Поливитаминный комплекс. Салфетки гигиенические и салфетки просто бумажные. 3 пакета по 20 грамм каждый сахара. Спички ветровлагозащитные, специально для розжига костра, для розжига сухого спирта, который идет в наборе вместе с грелкой. Для чего данная вещь? Это для того, чтобы вы могли подогреть свои консервы, не разводя костра. И даже если все вокруг мокрое, вдруг вас на рыбалке или в походе застал сильный ливень, сильный дождь, все намочил, вы можете спокойно достать спирт, зажечь его, подогреть себе еду. Вот, друзья, вы увидели сейчас ИРП под номером 3, что входит в его состав. Кто не видел первую часть обзора с ИРПом номер 2, можете перейти по ссылочке и посмотреть ИРП номер 2. На этом, друзья, буду заканчивать. И хочу вам сказать свое мнение. Мне данные наборы очень понравились. Да, на вид, вот. Что здесь есть в наборе, мне это все понравилось. Конечно, я еще пока что это не пробовал, но на ближайшей рыбалке мы это попробуем. Я вам покажу, расскажу и поделюсь своими, как бы, ощущениями. Понравилось мне, что понравилось, что не понравилось, может быть. Я все вам расскажу. Но, опять же, у каждого свой вкус. У каждого, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, но... У нас, как бы, у братьев рыбаков, как бы, у всех вкусы одинаковые практически. Но будем смотреть, будем пробовать, будем делиться своими мнениями и впечатлениями. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч, друзья!